На территории Башкирии и Оренбургской области прошел циклон с ливнями и ураганным ветром. Возле поселка Кушкуль частично размыло дамбу. 15 домов поселка могут быть потоплены. Это легенда учений. Но информацию о состоянии сооружения докладывают лично главе города. Входит земляная защитная дамба длиной 3050 метров. Максимальная отметка гребня 97,5 квадратных метров в Балтийской системе. Место для учений выбрано не случайно. Скоро эту дамбу внесут в единый реестр гидротехнических сооружений. Позже оснастят видеокамерами для наблюдения за уровнем вод. Но в данный момент она нуждается в укреплении. Тем более, что прецеденты с переливами здесь уже были. В 92-м году был перелив через гребень дамбы. Соответственно, была дополнительная подсыпка данной дамбы на полметра. И в 2007 году были небольшие порывы, где тело дамбы является узким. Отработанная система оповещения населения, своевременность реагирования пожарных, спасателей и других служб. Легенды для учений выбираются максимально реалистичные. Это перелив через дамбу, опасность пожара, угроза обрушения здания. В учениях задействовано более 2000 человек и более 300 единиц техники. Отдельно мы уделили внимание технике безопасности в местах производства работ. Это очень важно. Главная заслуга не только в том, что мы проведем все водные и достойно их отработаем, где-то наведем порядок, устраним возможность возгорания, но и все люди останутся наши целы и здоровы, придут всеми. Итоги учений подведут в пятницу. Тех, кто отличился, ждет награда из рук главы города. Инна Маркелова, Виктор Яковлев, новости дня.